Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, что принесет вам четверг. Четверг принесет вам встречу с каким-то мужчиной. Мужчина светленький, рыжий или белокурый волосы, светлокарие или серые глаза, активный, целеустремленный, жизнерадостный. Как-то он к вам с такими, знаете, активными действиями, но что-то вы не очень-то рады его интересу или проявлению инициативы с его стороны. Как-то вот совсем не рады. Вот. Мужчина к вам со всей душой, со всей страстью, вот, а вы совсем не рады. А денежки тут придут, для кого-то может проиграться как подарок, может быть, от этого же мужчины и подарок. Так, еще с кем-то вы тут будете спорить, разговаривать, кому-то что-то доказывать. Да, и вижу я начало какого-то нового дела, связанного с деньгами. Конечно, для тех, у кого бизнес, может быть, начало нового дела, нового направления, нового сотрудничества. Ой, какой день насыщенный. Тут еще и решится какой-то вопрос, но благодаря как раз вашим усилиям. Тоже может быть вопрос с деньгами. Вполне возможно, что решится. Вечером какая-то поездка. Встреча с друзьями, знакомыми, родными, близкими. У вас у каждого будет что-то свое. Вот, какие-то разговоры. Да, может быть, деловая встреча, кстати. Тоже вполне возможно. Так. То у меня уже такое ощущение, что это уже следующий день. Вот. Так что, наверное, дальше будете что-то продумывать еще. Лежа в кровати перед сном. Карта совета на четверг. О, богиня Лунак, тише едешь, дальше будешь. Не нужно торопиться или форсировать события. Все происходит в положенное время. Именно так. Начните улучшать свою жизнь прямо сейчас. Переходите по ссылочке в описании в мой телеграм-канал и начинайте.